Всем good morning. Сегодня охотимся Васильевка, Дорогановка. Такие вот камышики красивые. Будем сегодня лисичку гонять. Сейчас ждем еще охотников. Выписываем документы и вперед за орденами, вернее, за трофеями. Короче, пока стоим тут, документы выписываем. Не видно, уже, наверное, в камыш зашла. В общем, одна лиса вот в камыш зашла. А вторая вот там наверху. В общем, две лисички уже. И, а, вон она, вон она, вон она. Вот она. Короче, вот тут по центру экрана сейчас, если она сейчас зашевелит, стоит, смотрит. Вон она, вон движение, видите, по центру экрана. О, лисичка, сестричка. Сейчас, ой. Вот она, красивая. Пошла. Они уже две вместе. Их две вместе там. Сейчас пойдем. Борисич двух выстрелов. Вон он по камышам идет, собака держит подранок. В общем, есть одна лисичка в активе. Там, где он Вася стоит, выходила лиса. Несколько человек по ней стреляло. В общем, там непонятно. Вроде подранок, но ушла вроде. В общем, есть лисичка. И в ту сторону еще две пошли, как только выходили на номера. Ну, там УАЗик поехал на перехват. В общем, такое. Рыбное место. Сильно, Борисыч? Сейчас жива, сука. Блядь, забил. Давай ружье, Борисыч. Сильно укусила? Подлюка. Такая вот история. Так, переехали в новое место, тут буквально километр от того, где мы были. Вот там он дамбочка, мы там за дамбой стояли, переехали сюда. Тут такой камышек интересный, небольшой. В общем, короче говоря, подъезжаем на машинах, выходим, мы тут доходим до буквально от машины 100 метров. И вот тут с посадки выходит лисичка и побежала туда. В деревья, там частный сектор. Ушла. В общем, окружили камышек, собачка зашла, поработала, ничего нету. Там кто-то стрелять начал, видать, по той лисе. И она туда побежала. Гончак один. А второй, о! А второй
Гончак. Зашел сюда в посадку, я за ним. И там метров за 100 с посадки вышла лиса, обратно зашла, и он за ней пошел. Вот это, видать, сейчас отрабатывает эту лисичку. Сейчас пойдем посмотрим. Итак, докладываю оперативную обстановку. Едем вот там по дамбе, и перед нами выскакивает лиса. Короче, по следу она заходит вот в эти кушери. Ну и где-то вот так вот она тут прошла и зашла в этот камышек. Мы этот камышек окружили. Гончаки пошли в камыш работать. И вот здесь она выходит на угол, разворачивается, я ей в жопу стреляю. Вот сейчас где собака выходит. Вот она сейчас выходит. Вот видите, собачка выходит отсюда, лисичка. Вышла и развернулась. Потом тут ее разок стрельнули, там два раза. И, по-моему, даже на той стороне еще одну лису взяли, если не ошибаюсь. Ну, чуть дальше посмотрим. И буквально вот 2 минуты назад гончики начали кружить. Вот там вот он сейчас, камыши трещат с лаем. То есть уже, наверное, ее или додушили там. Ну, в общем, стоят на месте. А вот. Вот она. Покажи лисичку. Красота. Все отлично. Есть. Короче, додавили ее нее, да? Додавили. Красота. Заходит, видите, проняет. О, какие яедла. Вот это, наверное, тоже ей. Она же на меня выходила, разворачивается и в жопу. Иди сюда. Что у нее, хвост какой-то короткий. Короткий хвост. Да, как у шакала. Полушакал. Ну, такая просека одна величка. Тяжело выйдет. Вот в другой раз назад вертается так потихоньку, потихоньку. Ну так вот, вторая лисичка. А там, по-моему, добыли еще одну, да? Да, да? А, то есть это уже третья. Там на этой стороне же одну, да, по-моему. То есть вот справа одна запущена. Короче, 3 лисы. Итак, вот они, наши 3 лисички. В этих романтических камышах. Да, Вася. Да, о, ложись рядом. Ложись рядом и обнимай их. Давай, Вась. Вася, будет очень крутой этот кадр. Я даже скажу на камеру, что это ты их всех 3 застрелил. Видишь, как раз под цвет твоих золотых зубов. Подлец заставлял бегать нас по камышу. В общем, такая красота. Ну и еще одна. Это чей барбос? Или он все время за нами бегает? Классная собака, кстати. Да? Да, я прихожу, он лисицу хоп и сидит рядом, ждет. Сколько времени прошло возле лисицы. Понятно. В общем, 3 здесь и 1 там в багажнике лежит. В общем, уже 4. Так, лисичка пошла. Красиво. И вот я по ней стрельнул. Дробь пошла. Красиво. Вот она. Красиво как упала дробь за ней. В общем, дал ей под хвоста. Там, по-моему, ее добрали. Ну, кровь где-то дальше должна быть. Ну, кровь же не сразу идет. Короче, пошла наверх туда, и там ее... Что там, добрали ее? В общем... Все, добрали ее. Отлично. Дядя Вова, покажи heavy metal. Молодец. И еще одна лисичка. Вася только что взял. В общем, это конец камыша. В общем, шла она вдоль камыша. Там по ней стреляли. И Вася ее добрал. Молодец. Вася нашел! Есть, все. Так, в общем, в этих камышках 2 лисички. 4 в машине
И еще две. Ту, которую я стрелял по ней под ранок. И это, и ее там наверху добрали двумя выстрелами. Оператор, слушай сюда. Иду, лиса на лыжах катается. Да ты что? Да, ну я ее, конечно, это снял, слышь, снял. Ага. А лыжи где дел? Да, лыжи ушли. Лыжи ушли. Лыжи ушли. Так, я понятно. Так ты знаешь, когда на 55. Кстати, а, вот это да. Выглядывал, теперь уже все. А, да на 100 метров я стрелял. Скажи, я прочитал. 17. Да ладно, вы не с того места стреляли. Пучком аж поднялась земля. Так, ну что, что мы дальше едем или что мы делаем? Понял. Все, шабаш? Итак, финализируем нашу охоту. Все счастливы. Давай, я за тобой. Итак, по 10 гривен за фото, пожалуйста. Борисычу сдать. Вовчик, давай. Давай, седай, я тебя сейчас сфоткаю. А может, давай лучше ляжешь, Вась? Да, ложись с ружьем, давай. Снимай, понюхай. Так, ну ладно, все, фотосессия. Всем пока, пишите, звоните, подписывайтесь. У нас весело.